пока ждал своего выступления, вспомнил случай пару лет назад здесь, в Обнинске. Ну, знаете, Обнинская нота проходит в 20-х числах апреля, уже, как правило, начинает расцветать так много чего, зелень, красиво, хорошо. И начало фестиваля, мы собираемся, приезжают друзья из Питера, говорят, слушай, а у нас сегодня, говорит, снег, вообще опять зима вернулась. Ну и, в общем-то, концерт открытия, я выхожу, когда моя очередь пришла, меня объявили, вышел, говорю, вот так и так, поздравляю всех с весной. Вот, ну вот, ребята из Питера говорят, что зима возвращается, поэтому давайте сейчас вместе споем песню про весну, чтобы, так сказать, она это никуда не ушла от нас. Утром просыпаемся. Все белым бело. Идем завтракать и слышу, где это град Манеж? Он вчера калядовал. Вот. Так что история натуральная. Главное, что она обнинская. Ну вот попробуем, что сегодня получится. Может, в обратную сторону. Сейчас мы так спать, как сурку, словно как спится зимою метель и бурку. Нет настроения, не хочется петь, стихов ты не пишешь давно. От скуки и лени готов умереть ты, но снова весна, снова ночи без сна, словно сводит с ума луна. Если хочешь лететь, песни нежные петь, значит, вот и она весна. Сидишь, как в берлоге, сопишь, как медведь, на женщин внимание ноль. Озябшую душу не может согреть алкоголь. Подарков от жизни ты больше не ждешь, всем радости мира ничто. Но ёкнет вдруг сердце, и сразу поймешь ты, что... Что? Скоро снова весна, снова ночи без сна, словно сводит с ума луна. Если хочешь лететь, песни нежные петь, значит, вот и она. Весною природа творит чудеса, марганцовку меняет на кровь, в душе пробуждая их жизни азарт и любовь. Становятся мигом все женщины краше, лишь только приходит весна. И все как магнитом манят тебя даже жена. Значит, вот и весна, снова ночи без сна, снова сводит с ума луна. Если хочешь лететь, песни нежные петь, значит, вот и она весна. Весна. Ну и как в марте месяце не спеть про мартовского кота? Так,
на всякий случай предупреждаю, песня поется на французском. Ну, вы знаете. Шуму в ломбард. Ну а во мне просыпается кот и манит на крышу, ведь все-таки март. А над крышей сияет луна, освещая гуляющих дам. О, миль пардон, вы так поздно одна, я провожу вас, мадам. Подход. Будто шпион в окружении врага. Ох, ну и гад этот мартовский кот. Обольщение для профи игра. Я вижу комплиментов ажур, чтобы услышать в постели с утра. О, мой шери, бонжур. Зорко за ней, я наблюдаю украдкой. А я замечаю кошачьи черты в мягких движениях, во взгляде, в повадках. О, дорогая, уж не кошка ли ты? Грациозна кошачья походка и ласкает мой слух твоё мур. А для кота ты просто находка, киска моя, мон амур. Каждой весной только повеет весенним теплом. Сам не пойму, что творится со мной, будто с размаху по башке мне веслом. Стоит кошке махнуть лишь хвостом, меркнет свет, страх бушует в крови. Ну а потом, так сказать, суп с котом. Шаша ля фам сэ ля ви. Тут такой киношный момент. Пошли такие титры. Шли годы, многоточие, и снова пришла весна. Снова весна, но уже не то. Стало с годами, мне не до весны. И на печи дрыхнет мартовский кот. А нам по ночам снятся странные сны. Как две капли я Жан-Клод Ван Дам. На ступеньках Монмартра сижу и умоляю гуляющих дам. Je ne mange pas six jours, madame. Je ne mange pas six jours. Кевин Зиммербит. А, ну это я знаю. Ну, и по подробности Дмитрию Курилову маленький стишок. Обращаясь к мужчинам, уж там и простите. И обращение мое не пустяк. Женщин, балуйте, лелейте, любите, а грянет беда, они защитят.